Вон и щучка плеснулась. Надо туда идти. Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. В сегодняшнем выпуске хотел показать. Тут нахожусь на реке Петрица, район Сосновка. Вот. Пытаюсь ловить на спиннинг хищника. Место очень сильно заросло. Последний раз здесь был месяца на 3 назад, в начале лета. Конец мая, начало июня. Вот. Травы не было практически. Была, но не так много. Ловить было на спиннинг гораздо легче, нежели сейчас. Сейчас осень. В принципе, середина, я так полагаю. Даже если не начало. Вот. Пробовал я ловить с другого берега. На силикон, на железо. Но пока... Чупакабра молчит. Не знаю, что ей надо. Давление ровное. На протяжении 3 дней 762 держится. Температура окружающей среды где-то плюс 8. Не больше. Вот даже того меньше, градусов 5. Руки мерзнут. Да, 1 градусов 5. Вот. Облавливаю на железо. Атом 3 стоит у меня. Пока тишина. Пока любуюсь природой подмосковной.
как-то так.